Многие задают вопрос, какая все же коронка лучше, металлокерамическая или циркониевая? Наш ответ однозначно циркониевая. Почему, я вам сейчас объясню. Во-первых, эстетика. Дело в том, что металлокерамическая коронка очень сильно уступает циркониевой в эстетике из-за светопроницаемости. Металлокерамическая коронка, как вы знаете, имеет металлическую основу, которая преломляет лучи света и не дает коронке выглядеть естественно. Циркониевая же коронка пропускает лучи света через себя, как естественные зубы. Давайте проведем небольшой эксперимент и убедимся в этом. У меня в руках циркониевая коронка и мост из металлокерамической коронки. Воспользуемся фонариком в обычном телефоне. Я беру металлокерамическую коронку и пропускаю свет через коронку. И мы видим, что свет через металлокерамическую коронку не проходит. Теперь я беру циркониевую коронку и пропускаю свет. Мы видим, что циркониевая коронка отлично пропускает свет и светится как фонарь. Друзья, теперь у меня в руках настоящий зуб, и мы с вами убедимся, что естественные зубы, так же как и циркониевые коронки, пропускают через себя лучи света. Второе преимущество – это прочность циркониевой коронки, которой нет в металлокерамике. Давайте снова проведем эксперимент, и в этом нам поможет техник с многолетним стажем Михаил. Я предпочитаю циркониевые коронки, потому что это твердость, светопроницаемость и отличная биосовместимость организма с коронками. А теперь самый главный вопрос. Что из них прочнее? Сейчас проверим это. И у нас на металлокерамике образуются сколы. Также может произойти и в ротовой полости. Что чаще всего и бывает. Теперь попробуем ударить молотком по циркониевой коронке. Как видите, с коронкой ничего не происходит, кроме черных пятнышек от молотка. И как видите, нет ни сколов, ничего. Всю черноту можно убрать любым полиром. И коронка будет отлично смотреться. И как вы могли сейчас убедиться в нашем эксперименте, металлокерамические коронки мосты проигрывают по прочности циркониевым коронкам. Невозможно сломать даже молотком.